ЖКХ, социальные выплаты, благоустройство дворов. Жители приходят с обращениями в администрацию. Сегодня химчан принимает глава городского округа Дмитрий Волошин. Оксана Ермакова живет в комплексе «Город набережных». Рассказывает, не чистят дорогу к автобусной остановке, а светофор возле павильона неисправен. Я надеюсь, что с 2015 года как достаточно времени уже прошло, и в этом году надо поставить жирную точку в этом вопросе и наконец-таки закрыть ее. Старую остановку заменят на современную, работу светофора наладят. По распоряжению главы муниципалитета территорию возле павильона приведут в порядок. Сейчас начало года, еще вмешаться можем в процесс. Включить светофор или убрать его, перенести и так далее. Мы это все позволить можем только начало февраля. Поэтому срок на 19 год. Планируйте все до Дня города сделать, 80 лет химкам. Решить свои вопросы можете и вы. Следующий день приема у главы округа 25 февраля. Запись ведут через сайт и по телефону 8 495 572 73 38.